Прошу садиться. Дорогие друзья, коллеги, ветераны, почетные граждане города-героя Тулы, Тульской области. В этом году объединены два значимых для каждого из нас праздника. Мы отмечаем очередную 76-ю годовщину формирования Тульской области и 867 лет со дня образования Тулы, города, ставшего сердцем нашего региона. На протяжении многих веков Тульская земля служила и служит по сей день значимой опорой российского государства, вносит большой вклад в развитие отечественной промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры. Всем хорошо известно, как называют наш любимый город-герой Тулу. Оружейная столица, город мастеров, щит и арсенал России. Эти звучные определения полны глубокого смысла. Тула заслужила благодаря многим поколениям своих жителей. Наши предшественники веками работали на оборону Отечества, достигнув непревзойденных высот в оружейном деле. Во все времена защищали они столицу и родную землю. Тульская крепость вставала на пути ордынских захватчиков. Не покорилась она врагу в суровые годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы свято храним память о тех героических страницах истории и приумножаем трудовую славу нашего края. Как и много лет назад, образцы оружия тульских мастеров зачастую не имеют достойных аналогов в мире. Продолжает развиваться тульская промышленность, предприятия области получают максимальную поддержку со стороны регионального правительства. Созданы все условия для привлечения инвестиций. На подходе реализация крупных проектов машиностроения, которые позволят экономике Тульского края сделать существенный шаг вперед. Качественные перемены происходят и в социальной сфере. Растут объемы жилищного строительства, решаются вопросы переселения людей из аварийного жилья, детям-сиротам предоставляются квартиры в новостройке. Серьезную поддержку получают многодетные семьи, работники бюджетной сферы. Наряду с повышением социального благосостояния людей мы заботимся об облике нашего края и сохранении его богатого исторического наследия. В этом году активно строится колокольня Успенского собора, продолжается благоустройство городских парков, откроется после многолетнего перерыва Тульский краеведческий музей. Все эти и другие позитивные перемены в жизни Тульской области – результат нашей с вами совместной работы. Всех неравнодушных граждан, общественных объединений, бизнес-сообщества и органов власти. Я искренне рассчитываю, что эти успехи – только начало. Впереди области реализации многих серьезных задач. Я верю, что нынешние тульки также исполнят трудолюбие и горячи сердцем, как и многие поколения, чьими стараниями росла и крепла наша область. И вместе мы способны на многое. От всей души поздравляю вас с днем Тульской области и города-героя Тулы. Желаю вам здоровья, благополучия и успеха, процветания нашему общему дому Туле и Тульской области. С праздником вас! Государственные награды, благодарности и благодарственные письма президента Российской Федерации, музей изобразительных искусств, заслуженные работники культуры Российской Федерации. Заслуженные артисты Российской Федерации. Почетным званием почетный гражданин Тульской области. Благо Тульской области. И уверен, что очень важно, чтобы мы не забывали тех людей, кто приносит наибольший вклад, чтобы мы этих людей поощряли, отмечали. Мне кажется, это очень важно. Спасибо.